Давайте разогреем этот ринг, поднимем температуру нашего песочка, и было уже становится прохладно. Иди сюда, залезай. Особого приглашения здесь не ждет никто. Хороший бой, мужик с большой бородой в возрасте против мужика с бородой поменьше, чуть помоложе. Давай, мужик с бородой чуть помоложе, что скажешь? А что сказать? Капа, выйди, скажи. Ты волк или что? Какое прозвище? Пришел подраться, что сказать? Все, что пожелаешь. Здесь как минута славы, давай. После боя можно? Да можно все что угодно, прозвище дай какое-нибудь себе. Кистинец. Кискинец? Нет, кистинец. Кистинец? Кистинец, да. Это нация такая. Это редкая нация? Вайнахская нация. Вайнахская? Да. Кистинец. Чеченец. Расскажешь немножко еще? Ну, чеченец этнически это... Чеченцы, которые проживают на территории Грузии, называют кистинцами. Звучит красиво. Значит, ты будешь кистинец. Кистинец. Да. Давай, хорошо, послушаем парня справа. Возьми эту штучку, тебе не впервой. Давай. Все, что пожелаешь. Да, без матных удачи. Слов. Ну, пускай удачи, кто сильнее, пусть выиграет. Прозвище какой будет? Пока нету. Ну, вчера было? Не был. Как не было? Хуршет. Хуршет? Да. Звучит как фуршет. Это, ну, не как хуршет, хуршет. Хуршет. Пусть вот зрители скажут какой-то прозвище. А как они придумают тебе прозвище? Ну, пускай. После боя. После боя, хорошо. Кистинец против хуршета. Давайте посмотрим этот бой. Межэтническое побоище двух гигантов. Большой слава судит такие бои, он их обожает. На середину. Итак, настало время поединка. Времени нет, судей нет. Есть ваше стремление и желание побеждать. Слушайте меня внимательно, уважайте друг друга. Делитесь честно и активно. Руки пожали. И по углам. Готов? Готов? Бой, поехали! Следующий бой под номером 24. Карабаев Фахриддин Бегунов Сергей. Следующий бой под номером 224. Стоп! Сюда. Сюда, сюда. Ты не, вернись, ты не объявись. Это неуважительно, иди сюда. Соберись, ты же любишь судью. Давай, иди, заходи обратно. Ты чего, побежал? Расстроился. Рок-н-ролл, что ли, петь пошел? Давай. И расстроился. Друзья, победа! Пожмите руки! Давайте пожали руки и пришли сюда! Давайте оба ко мне, расскажите пару слов. Ты куда пошел, Хуршет? Давай залезай. Кистинец, давай. Какие комментарии? Иди сюда. Да остановись. Ну ладно, не хочешь говорить. Он слишком хотел победить, но ты победил в итоге. Конечно, пусть сильнее выиграет всегда. То есть ты хладнокровен, как питон. Можно сказать. Хуршет Питоныч. Я не знаю как. Не, еще до гангстера еще есть. Хуршет Питонович гангстер. Зафаработский просто. Зафаработский. Зафаработский Хуршет Питонович гангстер. Напиши себе татушку, сделай, так что мы не забыли. Нет, татушка это... Хорошо, не твое. Не буду делать, да. Ну, молодец, поздравляю тебя с боем. Спасибо колбаску большое. Будешь, нет? Всегда... Нет, колбаски такой нельзя, надо, не подходит. Все, спасибо всем. Удачи, остальные, то, что осталось, кто там? То, что осталось. Сейчас узнаем, что осталось. Ну, здесь много чего интересного нас ждет. Давай, молодец, отдыхай.